Здравствуйте. Здравствуйте. Мы начинаем курс философии и будем вам в этом курсе рассказывать о том, что такое философия и зачем она нужна. Гносеология более о познании вообще, чем как раз философия занимается, а эпистемология скорее о научном познании. Мне кажется, ты несешь что-то не то вообще. Мне кажется, ты вообще не то говоришь. Да, потому что сначала надо было плохо было определить вообще, что такое философия. Зачем она нам нужна? Зачем мне вот это все слушать? Ну, кроме того, что это забавно, что интересно, я хочу произвести впечатление на свою девушку. А что значит соответствие, высказывание действительности? А что значит значит? А давайте не будем определять, что это значит. Твои фанатки хотят, чтобы ты на них посмотрел. Сегодня мы бы хотели поговорить с вами о наиболее выдающихся философах античности. Пирон, он был спутником Александра Македонского, вместе с ним дошел до Индии, где, в частности, общался с нагими отшельниками, поклонниками то ли джайнизма, то ли буддизма, а может индуизма. Сейчас мы поговорим о такой интересной и важной теме, как наука. Да, давай мы сейчас вот один раз и все, а потом дальше это, ну, как бы немножко с метафилософией на... Все нормально, все отлично, окей. Все, что вступало в противоречие с христианскими догматами, то устранялось. Причем это надо было проделать без ущерба или с минимальным ущербом для цельности аристотелевской конструкции. Весь мир находится в постоянном изменении, каждый объект изменяется, и вот мы это изменение фиксируем, вводя понятие времени. Если мы говорим о таком классическом естествознании, классической науке, то здесь вот есть такое жесткое развлечение субъекта-объекта. Сегодня мы вам расскажем о важной философской тенденции, которая называется позитивизм. Сегодня мы поговорим о философии сознания. Мы будем обсуждать о смерти. Здравствуйте. Здравствуйте. С одной стороны, числа – это идеи, то есть они вечные, они совершенные, но с другой стороны, числа, они позволяют связать мир идей и мир вещей. Наверное, стоит отметить, в первую очередь, что философия жизни – это не философия о жизни, а философия, которая как раз-таки исходит из понятия жизни и ставит вот это понятие жизни в центр. Мы можем существовать по-человечески только потому, что есть другие люди. По этому памятнику даже, на мой взгляд, видно, что Кант очень невысокого роста был человек. Мы ответили на основные вопросы, теперь будем отвечать на вопросы, которые из них вытекают. Фу. Вот видишь, вот можешь же, когда хочешь. С тобой комфортно работать, в общем. Кто бы мог подождать? Не могу взаимность. Взаимность не ждите от меня. Здравствуйте. Здравствуйте.